Сегодня мы будем готовить традиционную мексиканскую тортилью. Это основа тортильи. Вот марка, советую ее брать, очень вкусная. Берем огурчики. Вот. Прямо их ложим. Добавляем майонез. Вот майонезика немножко добавляем. Потом кетчупа добавляем. Кетчуп, да. О-о-о. Да, очень вкусный кетчуп. У нас кетчуп для шашлыка. Теперь мы это добавляем. Добавляем тушеные овощи. Это горох, фасоль, соль и рис. Так, добавляем. Это очень хорошо и очень вкусно. Полезно. Да, и главное полезно. И добавляем еще вареную курицу. Это наш секрет. Какая же тортилья без курицы? Ну да, реально, какая тортилья без курицы. Тортилья без мяса? Не тортилья? Это не тортилья, это какой-то овощной ром. Да. И вот так вот складываем. И получается супер-супер буррито. В следующем видео будет дегустация.